Минут 40 мы здесь у вас в Мариуполе, уже чувствую, что обгорел. Солнышко печет. На море. Вон оно, кстати, там, да, виднеется как раз. Да. Хорошо здесь у вас. Глядя на вот эту картину, понимаешь, что не зря в свое время и ополчение было, и голосовали за русский мир. Да это, ну, не назвать это как бы ополчением, это больше было похоже на стихию. А это был ответ на тот весь, всю эту дичь и бред, что там происходило на Майдане, а 2 мая, которое произошло в Одессе. Но это просто подвело черту под всем. Мариуполь пережил тоже свою трагедию. Ну, вспомним 9 мая. Там, в принципе, начали это весь этот беспредел, вот эти нацбатальоны. Они под видом учения уже из-под Киева начали перебрасывать частями эти подразделения. И вот так вот они потихоньку город блокировали. Они к этому готовились, и готовились не один год. И это все на базе вот этих разных их националистических организаций, вот этих наследников духовных, всей этой УНА, УНСОТа, ну, бандеровцы, короче. А мы не готовились, мы работали, жили. Ну, в общем, закончилось все 9 мая. А вот эти мужики, которые голыми руками останавливали технику, БТРы, потом в первых рядах ушли в ополчение, да? Кто в первых, там, во-вторых, неважно в каких рядах, но это были обычные простые мирные горожане, которые вышли почтить память 9 мая своих там дедов, прадедов и так далее. Были убитые, раненые. А вы на тот момент были безоружны? Абсолютно. Было бы у нас оружие, они бы сюда в Мариуполь не зашли. Мы сидели, так мы досидели до августа. И потом, короче, уже психанули, что сидеть, что ждать, тут уже укропы все как бы захватили, и Донецк уже окружают. И мы начали по 2 человека. Первое, на разведку уехали, чтобы там уже определиться к кому. Что ополчение собирали конкретно в Донецке, ну, уже создавалась какая-то система. год. Начало боевых действий на Донбассе и формирование народного ополчения. Вы оказались там. Я оказалась еще с митингов там, с первых. Город-администрация, обл.администрация, Саша Захарченко. Тогда охраняли митинги, у меня было 2 собаки, 2 лабая. И старались как-то поддерживать порядок. Толку от этих собак было не особо, потому что они могли только залюбить. Ну, вот это начиналось все именно так. Как это все организовывалось? Люди же, не имеющие боевого опыта, вам там из гражданских пришлось стать военными. Не поверишь, наши первые блокпосты казачьи, я привезла свои страйкбольные стволы. А вы страйкболом занимались? Да. И ребята с ними стояли на блокпосту. То есть это, ну, просто гениальная идея была. Украинские с настоящими автоматами. А ну, у вас тогда палки да, были? Да, они выглядели, конечно, круто. Но были они пластмассовые. Вот с чем тогда был не согласен народ Донбасса? Что вот стало таким решающим фактором? Ну, выступали там изначально за федерализацию. Мы же не за отделение выступали. Хотели, ну, в составе Украины, но автономию. Никто этого сделать не дал. Подтянули Грады, насколько я помню, к Славянску уже на тот момент. Нас приехали убивать. Если мы сами за себя не заступимся, никто за нас не заступится. Ну и пошли, получается, обычные рабочие, шахтеры. Да. Обычные вот мужики и женщины. Шахтеров до бизнесменов. Конкретно вы. Вот ваш путь, ваша история. Какая специальность была? Снайпер. Назвать меня каким-либо таким очень выдающимся снайпером я не могу. Стрелок меткий, все. Кровью и потом училась. Ну, то есть упасть в грязь лицом перед товарищами, ну, мало того, что снисходительная девка,
Но показать, что я где-то там слабее и хуже, ну, было очень стыдно. На том, наверное, и до сих пор держусь, что там уже с мужиков три ручья пота сошло. Уже они, давайте привал. Я говорю, нет, идем. Это твою же дивизию. Хотелось бы познакомить тебя с моим командиром, который в 2014 году руководил нашим отрядом, боролся за наши жизни. В апрель месяц приехали с Макеевки, с города. Ребята приехали и сказали, сюда заходят украинские войска, хотят через колено ломать. А уже были там эти поезда, автобусы, дружбы. Мы уже узнали, что идут бои идут в Славянске. То, что я пойду в ополчение, это однозначно уже было принято решение. То, что нужно было что-то менять, да, то, что это невозможно было. Что люди, которые там свергли законы о правительстве, приехали сюда и махая кулаками тут. Это не для Донбасса, это не для нас. Вот такие, как я, которые имели боевую подготовку, не боевую, ну, хотя бы знали, что такое оружие, хотя бы знали, как построить линию обороны, было единиц. Мы начали выезжать на полигон, пока одни стреляют, другие тренируются забивать рожки. Рассказывают, что такое тактическое передвижение, там, левый фланг, правый фланг занимаем, идем, смещаемся вправо, смещаемся влево. Первый идет, второй прикрывает, потом наоборот, ну вот так вот это все. Я вам скажу, что это никак не пугало. С той стороны были такие же вояки. А как же всякие нацбатальоны? Нет, эти нацбатальоны, это то, что готовилось. Я говорю за основную массу. Нацики это те там 100 человек, которые сделали переворот на Майдане. Их было немного, но они были активны, они были лидеры, они были мотивированы деньгами. Летом 14-го мне 23 исполнилось. Работал я на тот момент на шахте Калиновская Восточная города Макеевки. Я местный ДНРовец. А зачем тогда молодые парни шли в ополчение? Чувство долга в первую очередь. Вот это, наверное, и побудило. В Славянск приехали войска регулярные, армия, пушки, артиллерия, авиация. И приехали нам рассказывать, как, ну, типа, как мы теперь жить должны. Мне до 2014 года не нравилась принудительная украинизация. Я из-за украинского языка не мог сдать экзамен, набрать проходящие баллы. Я не поступал в институт два раза. Ну, начинал вообще с Макеевки. Вот, был батальон «Меч», ну, ополченческий типа. В ноябре 2014-го, вот, Горловку когда выбили из кольца, я в Горловку пошел. И все, я всю войну там, вот, до начала СВО. Самое тяжелое на тот период было, ну, Иловайская кампания. Июль-август месяц, вот, 2014 года. Автор книги с символическим для Донбасса названием «Шахтерская дочь» Анна Ревякина, талантливая поэтесса, уроженка Донецка. Прототипом главной героини поэмы «Девушки-снайпера» Юрия Толстоусова стала не случайно. С Анной Ревякиной мы прямо вообще в начале 2014 года познакомились. Для меня она была девочка, перепуганная с мамой в таких очках. А потом узнал, что она еще книги пишет. И вот когда Аня позвонила какой-то раз, говорит, я хочу писать про снайпера, про девочку-снайпера. Поезжай, у меня девочка сидит сейчас дома, она снайпер, она тебе вот расскажет вот до таких тонкостей. Я как бы стоял у истоков рождения вот этого произведения, я даже ни словом, ни духом, что уже постановлю. Спектакль. Да. Эта девочка столь прозрачная, ее приятно не разговаривать. Она такая красивая. Ну, я долго отрицала свою причастность к этому всему, потому что слишком хорошая Аня сделала героиню, слишком правильной, слишком идейной. Ну, при таком мировоззрении, как у Марии, на войне долго не проживешь. Ну, возможно, именно поэтому она и погибла в конце книги. А вы же рисовали иллюстрации для «Шахтерской дочери»? Да. А вы всегда рисовали? Да, у меня у мамы была мечта, чтобы ребенок рисовал, сколько я себя помню.
У меня постоянно то художественная школа, потом я закончила ДНАСА по специальности архитектура и дизайн. Работала даже по профессии, ну, до войны. В данный момент у меня должна быть выставка в Музее Победы в Москве. Сейчас одна идет под Петербургом, в Музее снятия блокады Ленинграда. И целью выставки было изобразить портреты ребят, ну, просто рядовых. Я просто рисую, вот мальчик сидит, и я его первый раз в жизни вижу. Я даже не помню его позывного. Я его просто набросала, по цену счастья, он там на телефоне бегает с этой картинкой, там, жене отослал. Когда-нибудь, может быть, его сын, мать придет в музей и увидит своего сына, который там был рядовым бойцом. Ты 10 лет назад и ты сейчас. Что изменилось за это время? Ты уже стал профессиональным военным? Нет. Ну, мне так кажется. Воином, да, военным, нет. Ну, думаю, я сидеть не могу, не закончено ничего. Вообще, ну, война, само слово такое противное и злое. Но оно сделало тем, меня сделало тем, кто я есть. А сейчас, наверное, во мне больше человечности. Я вот оцениваю человека уже, наверное, более правильнее, чем тогда. Если человек не может обществу послужить, зачем такой человек? Матери должны воспитывать детей на чувство, защищать долг родине. Иначе, ну, ничего не будет. Мы будем иметь дальше поколение инфантильных тряпок, ну и все. Как думаешь, почему Донбасс не мог иначе отреагировать на то, что происходило на Майдане, на все это давление? Ведь понятно, что ополчение, порыв, какое-то единение против вас армия, против вас подготовленные националисты, вооруженные. Ну, а как мы должны были отреагировать по-другому? Лапки в гору и орать «Украина юбералис» или что? Или там «Бандера герой»? Сломить никак не получилось. Попробовали, получилось? Нет. Убить можно, сломать нет. У нас всегда так, чем хуже, тогда там начинает народ объединяться и зубами чем угодно выгрызать. Ну, Наполеон же тоже ж приходил, цивилизацию нес в 12-м году. Москва сгорела, ничего страшного, на Березине добили то, что осталось. Наполеону сказал, ну, Гитлер приходил, что у него там получилось, запугали. Кончил плохо. Теперь эти дебилы там, львовские, эти галицаи, там все там, Украина юбералис. Мы просто разные во всех отношениях. Поэтому они нам что-то навязать свое, там, запугать, рассказать. Мы это не приемлем. Мы другие, мы русские, с нами Бог.